Чернигове. Одну минутку. Да, два. Ты знаешь, что такое бабки? Как они выглядят? Нет, я не помню. Ну и замечательно. Орехи, орехи, конфетерики. Вот тебе самые лучшие, самые острые мозги. Первого сорта. Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях руководитель детской театральной студии «Дебют» Наталья Примак, Одинцовской детской школы искусств и педагог по актерскому мастерству Ирина Веленкина. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас снова в нашей студии. Есть о чем рассказать. И, конечно же, 20-й год для вас непростой год. Это юбилейный год. Да. 10 лет будет в октябре студии. Кажется, как будто все начиналось только вчера, а уже за плечами 10 лет. Когда я закончила Щукинское училище, я перед этим, действительно, у меня была первая студия театральная в школе, в 10-й школе, это было давно, действительно, мы ученики и заслуженные артисты, люди, работающие в академических театрах. И когда я пришла на телевидение, по конкурсу пришла на телевидение, на режиссерскую должность, ставку, то меня спросили, а вот зачем вы уходите? Люди, которые знали, что такое телевидение, и вы знаете, что такое телевидение, и сколько силы оно отнимает, они меня спросили, а зачем вот так хорошо с детьми вы работаете? Вот. И я сказала им гордо, что я хочу все-таки войти в профессиональную среду. Это им стало очень приятно. И поэтому они меня взяли. Я работала 20 с лишним лет на Востанке, да, как вы понимаете, театрально, на Первом канале. Это был, сначала это была музыкальная студия центрального телевидения, потом это была Останкино. Это очень большая история. Но когда, вы знаете, начались вот 90-е годы, сложно в нашей стране, и там шла огромная, вы знаете, перестройка, как везде, и телевидение как-то не то, чтобы, ну, структуры перестраивались в административном порядке. Ну, форматы менялись, да, форматы отношения менялись, конечно. Люди приходили пришли, другие. Да, пришли люди частные, так сказать, которые хотели пользоваться этим телевидением. В общем, короче говоря, мы многие оказались за кадром. И система менялась. Началась система заказов, потом создавались уже студии, это было уже потом. И я подумала о том, что... Нет, я работала много, я продолжала работать и снимала очень много разных программ, но как бы это было в свободном полете, это было же уже не внутри официальной редакции. И поэтому я подумала о том, а может быть, все-таки вернуться к педагогике, потому что за годы работы на телевидении я поняла, что педагогика – это волшебное дело на самом деле. Волшебное. Вот. И поэтому я пришла в школу искусств, она еще тогда не была, не называлась классикой, ей потом присвоили это прекрасное слово и термин, и так смысл, Марине Григорьевне Соломатовой, и сказала о том, что, вы знаете, у вас чудесная школа, музыка, танцы, художественные, ну, художники. Нет, ребята. Театра. Нет театра. И Марина Нужно Григорьевна, исправить. Да, в силу своего такого волевого характера сказала, ну, давайте попробуем. Мы сначала были как бы внештатными, ну, будем так говорить, не говоря, не вступая в административные объяснения, внештатными. И вот мы начали, и попробовали, и пошло, это было замечательно, потому что школа прекрасная, замечательный зал, замечательные возможности. И вот так случилось, так история жизни школы повернулась, что нас официально уже сделали таким профессиональным направлением внутри школы искусств. И вот это десятилетие, теперь мы уже полноправные члены школы-студии искусств классика и готовимся к этому юбилею со всей ответственностью. Ирина, ну вы сразу вот поддержали такое решение, когда Наталья Валерьевна его озвучила, что вот снова хочу создать свою театральную студию, снова хочу передавать опыт детям. Я была все время рядом. Вот, решение не принималось, да, отдельно. Присоединилась я немножко позже. Я сначала помогала на добровольных началах, вот, но потом меня тоже официально пригласили уже в школу. И как бы моя задача – это занятие актерским мастерством, сценической речью, пластикой, то есть всем тем, что помогает актеру раскрыться на сцене. Да. Вот. Одно дело постановка спектакля, да, когда. Я помню, уже... что сначала вы помогали уже непосредственно ставить спектакли, это и музыкальное оформление, да, и очень костюмы, и грим, и грим, подбор костюмов, и, да, с ребятами, вот именно помощь. Но теперь вы как полноценный партнер, да, конечно, Наталья конечно, Валерьевна, конечно, безусловно, конечно, сейчас это у вас такое совместное
творчества, и да. которому вы посвящаете огромное количество времени. С большим удовольствием, потому что, ну, раз у нас театральная студия, значит, наши дети должны овладевать всеми теми, так сказать, всеми теми моментами, которыми, в принципе, владеют профессиональные актеры. Но не в том объеме, как это в институте, а применимо к школе. Но, тем не менее, они занимаются мастерством, то есть это хорошая речь, это знание большого количества скороговорок, чтобы речь была чистая, чтобы голос был слышен. То есть это целая система упражнений, которыми мы с ними занимаемся, им это очень нравится. Это этюды. Вот это пластика специальная, не просто физкультура, да, как в школе, а пластика сценическая. То есть как стоять на сцене, как расположиться, как говорить, чтобы тебя было слышно даже спиной к залу. То есть этому всему тоже мы обучаем. Как росла студия за эти 10 лет, так и росло количество, конечно же, ваших работ, и менялась форма, да. менялись жанры. И количество детей. От небольших до крупных, да, также количество детей. И причем возраст тоже расширил границы. Конечно. Вначале их было всего 20, по-моему, да? Их сначала было не так много, и они были плюс-минус, ну, примерно одного возраста, то сейчас у вас дети от совсем юных актеров до уже таких зрелых. До тех, которые выросли, они же за эти годы, они когда приходят иногда, ну вот мы отмечаем там даты какие-то, все, начинают спорить друг с другом, с какого они возраста. Им 13-14 лет, а я с 6. А я с 7. 16, да. Он уже практически да. выпускник. Конечно, конечно. Я их называю, старших ребят называю высшая лига, потому что они действительно пришли с первого класса. С первого класса. И поэтому мы с ними работаем вообще с самого начала. Мы не делали никаких скидок на то, что это дети даже, и то, что это самодеятельность, как бы, понимаете? Мы им даем то, что дали нам наши учителя. А учителя у нас были потрясающие с Ириной. Потому что у Ирины художественным руководителем ее курса все 4 года в знаменитом Щепкинском училище был Юрий Мифович Соломин. Да. Вы понимаете, что это такое? Это кладезь культуры, знаний, того, что передалось от учителей великих. То же самое у меня. Я еще застала Бориса Евгеньевича Захау, который был ректором нашего училища. У нас преподавали ученики Вахтангова. Вот из первых рук, по сути говоря. И все это мы с самого начала, когда мы пришли и делали первые объявления свои, мы это декларировали, что мы преподаем, пользуясь тем, что дали нам наши учителя. И это здорово, вы знаете, никаких скидок, потому что удивительные вещи происходят. Приходят мамочки, приводят девочку или мальчика. Он такой застенчивый, он у меня почти рот не открывает. Но мне кажется, это каждый второй. Каждый второй, да, каждый второй. И первое же занятие ребенок как цветочек. Очень редкий случай, когда детки выпадают, ну просто вообще это, ну, видимо, не его генетика, ну не его вообще. И мы говорим, родители, ну как? Я говорю, замечательно. Да что вы говорите? Я говорю, да. Что, даже разговаривает? Даже разговаривает. Даже не боится. Даже не боится? Даже не боится. Да. Выразить свою мысль. Да. И мы эти плоды наблюдаем сейчас. Это такое удовольствие, когда мальчишки, вот сейчас старшие, красивые мальчики. Открывай рот, давай. И вдруг они уже работают, они играют большие роли. И еще, когда они партнеры в чем-то, у меня было последнее занятие, было потрясающе. Я ощущала себя в профессиональном театре. Справа у меня сел актер, мальчик наш, а этот второй, кто на сцене, играет ту же роль. Говорит, Наталья Валерьевна, вы знаете что? Он еще там не все выбросил из текста, что мы убрали. И вот здесь он неправильно сделал. Можно я пойду покажу мизансцену? Замечательно. Об этом можно только мечтать. Вот. Поэтому у нас выработана такая, знаете, ну, я считаю, что такая стратегия педагогическая, что мы с ними вот, ну, вообще поговорим еще о тех, что было, но мы с ними сейчас в течение двух, вот сейчас месяцев с половиной, будем готовить уже следующий спектакль к новому сезону, ну, к театральному же сезону. Да, такой задел делаем. Знаешь, шалость тебе как устать, как убавить, как...
Снедуна? Снедуна. Я испугал. Помогите! Помогите! Да не кричите же. Очнулась. Катерина Ивановна. Еще особое внимание вы уделяете, конечно же, подбору репертуара. И это отдельная история, она очень интересная. На каждом спектакле, на каждой премьере у вас полный зал, очень много друзей приходят к вам, и вы со многими сотрудничаете. И это действительно уже знак качества. Спасибо. То есть, если театральная студия выпускает какую-то работу, выходит в свет спектакль, это, безусловно, аншлаг, и все стараются прийти, посмотреть, что же вы поставили. Вот все-таки как подходите к выбору репертуара? На что опираетесь? Вы знаете, что? Ну, я считаю, что мы опираемся на совершенно правильные моменты. Это, конечно, хорошие пьесы для детей. Это хорошие пьесы для детей. Это, конечно, «Золушка». Шварц вообще у нас очень популярен. Так мы смеялись, что много Шварца. Это «Снежная королева». Это «Волшебник изумрудного города». Это опорная такая литература, которую детки должны читать. Вот мы это делаем. Но со старшими ребятами мы сделали очень серьезные спектакли. Мы сделали спектакли по, во-первых, Маяковского «Баня». Это гимн всем чиновников всех времен и народов. И ребята сначала ничего не понимали, когда мы читали. Но потом, когда они проникли в юмор Маяковского, не было не чтобы они не хохотали над каждой фразой, на каждой репетиции. То есть, наверное, когда наши дежурные сидят внизу, они не понимают, почему в театральной студии им хохочет. Вообще особый прицел – это юмор, конечно. Юмор, потому что юмор нужен очень людям. Мы как-то из таких вот лирико-драматических или трагических спектаклей мы сыграли «Вверх по лестнице, ведущий вниз», вы помните, был Кауфман. И вот как раз из этой группы вышли ребята, кто пошел потом на актерский факультет, и сыграли «Девочка, где ты живешь?» Замечательный спектакль, уже с двумя как бы поколениями. С одними ребятами, кто уже ушел, и с теми, кто сейчас вот подрастает. Пьеса Михаила Рощина. Михаила Рощина, прекрасная пьеса. Можно я добавлю, Наталья, по поводу репертуара? Конечно. У нас мы подбираем материал для постановки в разных группах согласно возрасту. Вот это тоже очень важно, потому что вообще... Ну, потому что не читают маленькие дети о любви, они все-таки играют мы не будем огород. Да, мы не будем в 10 лет ставить Ромео и Джульетту. Конечно, это смешно. То есть все равно как бы вот у каждого возраста свое восприятие. Но они растут. Да? Если, например, если им уже там 7-8 лет, они уже прекрасно могут играть сцены из «Незнайки», из «Алисы в стране чудес», потихонечку как бы тоже, так сказать, осваивая этот... Это непростой материал, потому что Льюис Кэрролл – это, в общем-то, такая английская классика, где надо хорошо понимать какие-то моменты, знать и что-то из науки, да, и что-то из искусства. Астрид Лингрен. То есть это и Карлсон, это и Пеппи Длинный Чулок. Вот так, потихонечку мы по ступенькам. То есть вот у нас самые маленькие детки, это у нас 5,5-6 лет. У нас даже есть такие карапузы, которые, вот я к ним прихожу на занятия, Наталья Валерьевна, мы не ощущаем, что это такие вот совсем гномы детсадовские. Все равно они как-то так за год подтягиваются и уже разговаривают совершенно таким взрослым, профессиональным языком. Личности. Очаровательные. Мне очень интересно. Я вашего не желаю и своего упускать не намерен. С какой стати? В школе на то пошло, милаша моя, ежели вы хотите оспаривать лужки и прочее, то я скорее подарю их мужикам, чем вам. Так-то. Не понимаю, какое же вы имеете право дарить чужую собственность? Позвольте уж мне знать, имею я право или нет. И вот именно, молодой человек, я не привык, чтобы со мной разговаривали таким тоном. Нет, вы просто меня за дурака считаете и смеетесь надо мной. Мою землю называете своей. Так хорошие соседи не поступают, Степан Степанович. Вы не сосед, а узурпатор. Что вы сказали? Папа, сейчас же пошли лужки косарей. Что вы сказали? Половил лужки, наси, я не ступлю! Это мы видим, я вам судом докажу, что не мои. Судом? Можете подавать суд, милостивый государь, можете. Я вас знаю, вы только ищете случая, чтобы судиться и прочее. Клялся на натужа. Весь ваш рот тут сутяк. Здесь, хорошо, я оскорблять моего рода.
все причастны. И не было ни одного, который бы находился под судом за растрату. Как ваш денежка! А в вашем новом роду все были сумасшедшие! Все! Дед подпил с собой, а младшая тетушка, вот именно Настасья Михайловна, держала с архитектором, а ваша мать была кривобокой! Мальчик воды! А ваш отец был картежником Жора! А тетка сплетница каких мало! И вы догадились, а вы интриган! Ой, ни для кого ведь не тайна, что перед выборами вот низко, нечестно, гадко! А сами вы вот именно! Дефектный, уличный и гаражный человек! Поступают ребята в театральные... Поступает. Вы знаете, что у нас был один год, два года тому назад, он был радостный и печальный одновременно. Когда уходит пять выпускников, блистательных ребят, очень талантливых, и они все, во-первых, двое из них закончили. Я всегда говорю, когда родители говорят, ой, у ребеночка столько занятий, репетиторов. Я говорю, я ничего не знаю. Я не знаю ничего. У нас дети до последнего, до ЕГЭ. Вот они играют в спектакль. А послезавтра они сдают экзамен. Настолько они собраны, настолько они ответственны. Это еще одно качество, которое дает судьи. Потом память. Память. Они играют пьесы наизусть. В современном театре нет суфлеров никаких. Никто. Они все играют. Мы вам пришлем, вот мы покажем для программы материал замечательный, где они волшебники, думаю, города просто вот катятся так, как будто они разговаривают. 20-30 вот страниц текста. Ушло 5 человек, и из этих ребят Саша Лискина поступила, она сейчас учится в ИСИ на режиссерском факультете, она сначала на актерский поступила, потом на режиссерский. Очень хороший мальчик один поступил в МГИМО на международный журналистику. А перед этим еще Анастасия Иванова поступила в литературный институт на драматургическое отделение. Сказала, пиши пьесы для детей. Их не так много. Вот так. Так что свой драматург будет. Да, это, да, свой драматург. Надеемся, да, интересный. И вот год, ну вот в тот год, который прошлый сезон, двое ребят тоже поступили на актерский факультет. Это Саша Серков и Анастасия Сапронова. И учится у очень хорошего мастера. У народного артиста, у Коняева. У Коняева, который является мастером и актером Малого театра. Ну, я знаю, что вы вообще всегда следите за судьбой ваших воспитанников, да, своих детей и предыдущих тоже, да, безусловно. Да. И продолжается общение с Ольгой Прокофьевой, да, и с многими другими, с Верой Новиковой. Да. И с Константином Чепурином. И вот все-таки вот для вас это, наверное, больше, чем работа. Это, да, это жизнь, конечно, это жизнь, да, жизнь в искусстве, это не стыдно говорить, это удивительная радость на самом деле, потрясающая совершенно, потому что, вы понимаете, вот что это дает, то, что это было на телевидении, и это тоже всегда со мной, понимаете, потому что я вот сейчас пошел фильм, посвященный, ну, Магомаеву, и там играет какой-то актер Магомаева, а у меня дома книга, которая подписана Муслим Магомед Магомаевым, где написано «Нестору моих юбилеев». Потому что мы с ним сделали, он очень интересно говорил, с большим чувством юмора, он говорил: «Наташа, юбилей не надо праздновать каждый год. Его можно праздновать раз в 5 лет, все равно говорят одно и то же». Понимаете, да? Вот. И я понимаю, что это радость необыкновенная была, вот от такого общения, от многих людей. Но когда это уже состоявшиеся личности, которых я воспринимала, передавала это людям по ту сторону экрана, но когда ты видишь, когда расцветает ребенок на сцене, и вот это преобразование, вот он сидит на репетициях, я такая злодейка, это добрая учительница, я злая учительница, я ведьма, бабка такая. И я, значит, так, люблю пап, не то чтобы кричать, и у нас был мальчик один, говорит, вот в школе его обижала учительница, потому что кричала на него. А вот Наталья Валерьевна тоже иногда кричит на нас, но она же по делу кричит на нас. И вот когда ты видишь, что вот ты вкладывал, а потом... Он выходит на сцену, и он уже в творческом полете, и он уже в образе. Это изумительное чувство, на самом деле. Замечательное просто.
Вот от этого радость наша идет. Мы приходим домой уставшие, он называется счастливый. Счастливая усталость. У нас есть, да, у нас есть ребята в старшей группе, которые пришли не так давно. То есть тоже пополняется как бы старшая группа. И ребята, двое мальчиков, вот они, один второй год, а значит, Рома Борисов первый. В первый момент, когда он вышел на сцену, он играл первый свой спектакль, он только думал о том, он мне потом сказал, как бы не забыть текст, потому что это было вот, ну не дай бог, чтобы вот не выпасть. Когда второй уже был спектакль, он, я смотрю, уже, так сказать, крылышки появились, он уже более был живой такой, органичный. Но когда мы отыграли третий раз, он подошел ко мне за кулисами и сказал, Ирина Валерьевна, я теперь понял, какое это счастье играть спектакль. Когда я вдруг почувствовала, что публика реагирует. То есть он говорит, я уже не боюсь, вот у меня уже нет этого вот на третьего раза. Вот это тоже очень важно. Когда душа раскрывается, да, вот, полет возникает. Это, конечно, в течение года это происходит, даже с новенькими. На чем сегодня вы работаете? Что готовите? Что готовится? Что, вот то, что готовится, много. Ну, во-первых, это то, что уже состоялось. Вот тут так разбросаны такие смешные штучки. Ну, вот, значит, вот малышня. У нас очень интересная малышня. Вы знаете, что крестным папой нашей студии был Игорь Лагерев. Замечательный одинцовский поэт. Потрясающий совершенно человек. Это бывший военный, который вдруг начал писать во второй половине своего возраста стихи. И вот с Лагеревым мы продолжаем дружить. И с малышами мы отыграли концерт на его стихи. Потом они отыграли еще новогодний концерт. Сейчас они готовят просто вот программу, знаете, как она называется, у них концерт на бис, когда они будут родителям показывать, что у нас вообще это практикуется, концерт на бис, который они играют в конце года. Вот. И, значит, это мы лучше играем сейчас и приглашаем наших телезрителей, приглашаем на традиционные спектакли, посвященные Международному дню театра. Когда, в какое время они состоятся? Вот я скажу, значит, день Международного дня театра. Вот был год театра в стране, а у нас он каждый год этот день, понимаете? Потому что он 27 марта, Международный день театра. И вот в этом промежутке... Мы накануне будем. Мы накануне. 22 и 29 выходные дни мы играем для всех абсолютно наших друзей, уже гостей, многие знают об этом. Мы играем два спектакля. Утром играем «Волшебника изумрудного города», а вечером играем «Веселые старинные русские водевили». И чеховское предложение, это такая шутка блистательная, «Младшие и старшие». А дальше мы замахнулись, и вы знаете, как вовремя, вот теперь в такое тревожное время, когда и там и по всему миру какая-то странная болезнь ползет, вот, и, значит, еще там нефтяные короли дерутся, мы взяли для младших замечательную сказку Толстого «Золотой ключик», который открывает волшебную страну, нашу, добрую, хорошую, где люди не поддаются панике, понимаете, где они любят своих детей, заботятся о них, несмотря на то, что они заняты многие очень тяжелой и сложной работой. Это замечательно, что они приводят деток заниматься искусством. Вот. Ну и чудесный спектакль – это спектакль о вечном чувстве, о котором даровано нам божественное чувство, это любовь, обыкновенное чудо. Прекрасный спектакль, который мы будем делать с ребятками. Ну, очень сложный, конечно, со старшей группой. Такой. Спасибо огромное, что были сегодня с нами. Ждем приглашения на ваши спектакли. Обязательно обо всем этом расскажем на нашем канале. Спасибо. Спасибо большое. Огромное. Спасибо. Мы ждем в гости. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.